ты рожден для Ютуба? Реклама пиваса – твоя стихия. Вот нахер все это надо, а? Сейчас бы лежал бы с собачкой, женой, а не вот это вот все, блядь. Йоу, здорово, пацаны. В общем, тема такая. Мне стало мало хайпа, что Джигурду расфорсили по всем пабликам. Жига пабликам, даже на Пикабу было. И мы сегодня решили еще немножечко хайпануть и поехать на съемки клипа одного человека, которого считается в России самым величайшим боссом всей Руси. Да, его величество здесь. Ты знаешь, это Хасл Хардфлейвер. Поэтому мы едем сейчас куда? На съемки. На съемке. На Рябиновую улицу. Как видишь, Джигурда завелся. И это означает, что автомобиль просто в идеале. Сейчас мы приедем, посмотрим, там все вот эти бэкстейджи замутим. Самое главное, сделаем селфак с большим русским боссом. Погнали! Погнали, Питер! Погнали! Больше русский босс гонит прутиком раба. Вперед, педрис, багаж от Луи Ви, мой чемодан, клан. Вот, аккуратно, суки, там сумка с китайским фарфором. Тебе ебет, зачем мы спим, вам летим на гастроли. Ну что, пацаны, мы приехали на то место, где будет сниматься ебейший клип нашего любимого корешка, Big Russian Boss'а. И вот, походу, вот этот ангар, где уже стоят тачки, и мы увидим своими очами, глазиками, как создается ебаный шедевр. Погнали. Это 3,5? Семейный будет, блядь, тогда поговорим. Понял, блядь, пиздец. Пиздец. Чё, блядь, отписал? Продаешь доспехи в доте. Питер, всюду хейтеры, паскуды, строят козни нам. Мне подложили, суки, микрофон на проводах. Это как? И так постоянно, пакость в каждом городке. Это как? Например, Пхукет, там у местных дам букет. Фу-фу-фу. Я давно забыть стараюсь. Тут у нас между собойчик небольшой, тут вот. Бабы, кокс, тёлки. Ну, как и полагается большому русскому боссу. И вот сейчас они будут все раздеваться и танцевать сальсу. Погнали. Вот у нас пацаны стильные, тусовка, бейсмент. Какие-то вон там, вон тот хуило в очках вообще на «Жигулях» ездит. А вот пацаны нам подогнали машин, потому что мои все для дрифта не подходят. На «Роллс-Ройсе» дрифтит только Давидыч. Мне уже запрещено это делать, так что я не знаю, на чем мне дрифтить. Тут, видите, вот бампер не подходит. Это Mark II, но это бампер от Mark III. Поэтому пришлось отдельно поставить. А вот это самая дорогая машина, она стоит 300 миллионов. На ней ездил Давидыч, как вы поняли. Но сейчас Зайцев Алексей на ней наваливает. С благословения Эрика. Мне остается только приседать. Ну, дверь вот, как видите, ну ладно, нормально, закрыта сейчас еще. А, знаете Диану Гурцкую? Охуенные песни. Вот тоже слепая машинка вот такая у нас, 180 SX. Классика японского автомобилестроения. Собственно, про него нехуй рассказывать, потому что он без документов. Но машина отличная, вот такая вот, такие фары. Нет такой хуйни, как на MX-5, когда она вот так вот глазками хлопает, но все равно хорошо. Еще одна бэшка E36, новая модель. Спасибо представительству BMW, что дали нам погонять эту тачку. Отлично. На ней, кстати, появилась ABS. Вот такенная штука. Вот эта ткань Bright, которой зашита, блядь, половина сидушек здесь. Я не могу туда садиться, потому что мне ебать как тесно. Можно завести, да? Ага. А он поднимается с этой, с ручки, да? Смотрите все. Супер! А у него нет такого, как на MX-5, когда она вот так вот глазами хлопает? Да, да, здесь нет такого, да? Господи, ну какая сосочка. В любом случае, у вас может быть старая, новая машина, блядь, содержите их нормально, не устраивайте помойку из тачек. Я обожаю, когда машины пердят огнем, но эти, по-моему, не пердят, поэтому мы снимем еще в другом городе, снимаем клип
Лазарем и чуваками. Не ебу, как их зовут, но это будет в Сочи. Все как бы. А, ну, учитывая, что это лучший бренд, неплохо, да. Блять, как удобно все сделано. Руль из дерева, тут же гидрач, пиздец, раз, и поехал. Но чувствую себя как Яникс, который снимает клип рядом с вертолетом, который не летает. Надеюсь, потом дадут прокатиться. Эх, классно. Обожаю чужие тачки. Русский рэп, вперед нам! Получил 5 звезд, я главный дрифт полковник. Мусора на стоке сзади кувыркались бодрохи. Босс уходил от них полицейским разворотом. Цепляю Милфу на Е30 из кух на супре. Босс ебется классно, чуешь это на собственной шкуре. Большое спасибо компании ТНТ и особенно темнокожему ведущему, который сказал этим ребятам, что они в танцах. Они поверили и пришли. Но их, естественно, наебали. Они оказались не в танцах, а в моем клипе. Вот, вот такие штуки мы умеем. Все смотрите клип, не бейте мозги. Он подготовился, прям гадость какую сейчас скажет. Нет, босс, вот мы люди обычные, да, нищеброды, вот да. И мои подписчики. Они хотят нищеброды. Знать, как стать такими же успешными, как ты, хотя бы наполовину, как я. А ты, у тебя, блядь, была возможность достичь успеха, это должно быть не «Жигули» ебаные, а «Жигули» семейные. Но Жигули... ты все сам проебал, понимаешь? Жигули семейная в перспективе. Я не... Я ослеп, блядь. Все, пока. Короче, пацаны, сейчас у нас перерыв, обед. И мы идем в съемочную столовую, так это называется? Чтобы похавать омаров, вот эти все креветки. Посмотрим, как мажор питается. Ну что, пацаны, в общем, поели омаров. Пьем пуэрчик, сейчас отдохнем. И с новыми силами пойдем дальше. А вы не завидуете, суки. Отличный плов, заебись. Четко. На шкуре, я полный газ. Попы не догонят нас. Дал угла, поставил боком, валим так без остановки. Он орет, конечно, ребята, короче. Все, сегодня у нас будет гонять первый святик. Пытаться дрифтить, это просто жесть. Вот. Ну что же, мы выбрали самых безбашенных дрифтеров. Выехали на специальный полигон. И ну, будем снимать ебейший клип «Большого русского босса», где я один из основных актеров. Да? Стопудово, блядь. Чья, блядь, легендарная машина, нахуй. Джи Курда. Погнали, блядь. А вот мы приехали сюда снимать вторую часть. Как мы это делаем, я не ебу, блядь. Вот сними сам, и потом людям покажешь. Трассе параллельно. Полный газ. Обзор тачек, которые вместе с нами сегодня дрифтят. А это клип. Какая-то пятера. Вот этот вообще ебанутый. Три полосы вот так вот. Едет на четверке. Это вообще припиздутый марк. На автомате 4.3. Он, блядь, дрифтит. Его развернуло, короче, круто. А, собственно сказать... А, вот еще какая-то шаха записалась. Но я хуй знаю вообще зачем. Ну, Марк самый ёбаный. Марк был хороший вообще. Короче, подошел к концу первый день съемок нашего клипа. Я вообще не ебу, первый раз снимаем эту херню. Как снимали, блядь, клип «Полный газ». Не ебу, вот так вот и снимаем. Да и мы снимаем. Вот и смотрите, хочу быть как Эльдар Джарахов. А через месяц ждите мой подкаст. Моргенштерн, Слава Марлоу и другие. И смотрите клип, не бить мозги, братва. И дрифтите безопасно, блядь, заебали. Бля, смотри, как едет хорошо, смотри. Это «Жигули». Итак, дорогие друзья, съемки на сегодня закончены. Мы в Крокус-Сити, в Северо-Западе, это самый лучший район. Ну и на этом как бы все. Все остальное вы увидите в клипе у босса и в его бэкстейдже, который мы для него и сняли. Так что отписка, дизлайк, какой-то в комментарии. А я пошел что делать? Пить пиво. Пить пиво, правильно. Все, всем пока. Можете уезжать.